Че ты такой скукошенный? Совсем скукошенный. Женатый, да? Держись, выпрямься, ты че? Я тоже такой же, как ты. Нам все подбодрит. Все будет хорошо! Все будет хорошо в семейной жизни первые 10 лет. Трудно, а потом все хорошо. Все будет хорошо. Все время... Я все время себе говорю, все будет хорошо. Мужик должен быть хотя бы один раз женатый, должен быть один раз обязательно. Один раз это, один и два раза. Нет, один раз это и все. Все будет хорошо. В семейной жизни обязательно. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Я вот так себя подбавлю. Все будет хорошо. Старшенького из лагеря заберу, с лесоповала вернется. Младшенький шестой раз замуж не выйдет. Жену в дурдом положу. Тещу в дом престарелых. Все будет хорошо. Хуже не бывает. Хуже не бывает. Я смотрю на тебя. Хуже не бывает. Оказывается, бывает. Что ты сидишь, что хуже? Подбадривай сюда. Все время... Что в доме хозяин? Все время говорю так. Что в доме... Я в доме хозяин. Я в доме хозяин. Я домохозяин. Все время тебе взбадриваю, я думаю, я знаешь, как, все решения в доме принимаю я. Все решения в доме принимаю я. Жена решает, я принимаю. Ты понял? Че ты скукожился? Держи себе в руках. Я иногда так выйду, без разговора, как по кухонному столу, как... Не то, что подумывай. Как... Я в доме хозяин! Жена мне слова не скажет. Никогда. Потому что ее вот времени нет. Она в парикмахерской. Ты смеешь, ты меня понимаешь. Все будет хорошо, мужики. Все будет хорошо. Вот бодрились все. Что ж, жена, сидишь скукожился. Все будет хорошо. Ты мою не видел. Ты мою не видел. Ты мою не видел. Красавица. Если в темноте прищуришься. Красавица. Фигурка прям точеная. Я не знаю, кто точил. Наверное, Церетели. Ты ее видал, что хлопаешь-то сразу? Броски у нее, как у птеродактили, крылышки. Щечки прям, как персики такие, красненькие, волосатенькие ушки. Мы с ней уже 10 лет как обречены. Обручены 10 лет. Я ей как предложение сделал, она сразу согласилась. Ну, конечно, в ее 30 с хвостиком. Причем хвостик, как у кометы Галлея. Она похороны Сталина помнит. Жалуются памяти. Че ты скукожился? Тоже сидишь. Че ты-то скукожился? Возьми себе в руки. Все будет хорошо, мужики. Я не мужик. Я все время говорю, я же мужик. Что я, тряпкой что ли? Кстати, тряпку обязательно в ванной не бросай. Мне из-за этого... Обязательно мокрую тряпку убирай. Обязательно. Моя, ты не знаешь, моя жена повариха, борщ готовит. Ну, правда, я картошку сам чищу, потому что у нее маникюр, ей нельзя. Лук я режу, потому что у нее тушь дорогая, Макс-трактор это. Это, ну, капусту шинкую я, у нее на острую аллергия. Ну, я в кастрюлю все положу, она готовит сама. Мне это мужик один сказал, главное, чтобы в интимной жизни гармония была. Ты понял? Я на тебя смотрю, я тебе это не буду говорить. Тебе говорю, слышишь? Гармония была, у меня гармония. Она не хочет, а мне и не надо. Мне полный гармоник, ты понял? Возьмите в руки, мужики, все возьмите в руки себе. Все будет хорошо. Самое главное у нас что? Главнее всего погода в доме. А у меня погода всегда пасмурная. Дождливая, жена у меня ветреная такая. Теща все время пургу гонит 15 слов в секунду. Ты представляешь? Ты же женишься на одной, а тебе вдобавок еще другую. Тещу дают. Мать ее, и еще самое главное, она просит, чтобы я ее мамой называл. Она меня рожала. Знаешь, как мою звать, нет? Не знаешь? Мне проще мамой назвать. Стеропедна Бундурлаковна, вон она. Возьми себе в руки, мужики. Я однажды пришел, вот сейчас вот Олимпиада идет, они эту серию смотрят, Санта-Барбару второй или десятый раз показывают. Я ее сразу раз выключил на Олимпиаду. Все. Дальше провал памяти.
Ну, не помню, правда, ничего. Доктор приехал, говорит, тебе в морг. Я говорю, я живой. Он говорит, в морге спокойнее. Мужики, чего я вышел? Здесь в зале полно народу. Девчонки! Важнее всего...